мне лично будет колоть плазму, наконец-то, вся в делах, вечно у нее какие-то совещания, то она с ректором, то она с лектором, то она с главным каким-то доктором. Моя девочка, доверяю вот личико, я хожу, прям говорю сейчас о Више, хожу на массажи, на уходы к разным людям, но личико, вот что касается новокутанчика, перексика, плазмы, доверяю только моей Иришке. Начинаем подготовку к важным съемкам. Да. У нас вторая процедурка уже. Да, наша самая чистая PRP с высоким количеством тромбоцитов. Ничего, это Израиль, и мы, у нас получается очень чистая кровь без нейтрофилов, воспалительных элементов. Да, то есть мы колем и на личико, и в голову для профилактики. Да, все. Так что плазмолифтик очень хорошая процедура. Вообще желательно 4, да. Но я успеваю только на вторую. Но она активная, поэтому хватит. У нас хорошее состояние больше. Да! Зеленая! Параллельно мы делаем капельницу, чтобы время не терять. Глутатиончик наш любимый. А что, Ириш, у нас еще? Активигенчик у нас, мюдранат, витамин С для сосудов, для сосудов. Для укрепления иммунитета. Поэтому иммунитет нужен, болеть нельзя, просто некогда. Я просто не в таком графике. Так что Ирочка, она врач, не просто косметолог, а настоящий врач, у нее медицинское образование. И вот правда, свое личико доверяю только ей. Мои хорошие, ну что, я в аэропорту. Давно, конечно, не летала в Владивосток так далеко. Мне кажется, у нас тур был в 17 году, потом в 18 году. Впереди меня ожидает 9 часов полета. С самолета сразу же в отель, надеюсь, успею в душ. И на площадку завтра состоится открытие ВК-фест. И как вы думаете, кто открывает его? Я уже на таком опыте. Я здесь в ВИПе уже и в душ ходила, и переодевалась. И вот сейчас придеваюсь, потому что удобнее летать, точнее не удобнее, а полезнее летать на длинное расстояние, вообще летать в лосинах, противоотечных, потому что 9 часов в самолете – это, конечно, для организма большой-большой стресс. Так что цвета те же, черный, рыжий, девочка-скандал. Пакеты, кофр, чемодан. Ну, хорошо, я буду без связи всю ночь. Завтра уже буду во Владивостоке выступать на ВК-фест. Вам всем желаю отличной пятницы, вы меня не теряйте. Как следует отдохните, повеселитесь. А я надеюсь, что я как следует отосплюсь, потому что потом у меня время спать не будет вообще. Отличный самолет. Кресло полностью распадается, поэтому я жду взлета, выпиваю хорошую таблеточку для сна и просто, ну, у меня другого варианта нет, я приезжаю в отель сразу на площадку, поэтому единственная возможность – это лечь спать в 7 часов вечера. Сегодня улица курю, айкос из твоих чувств, твой номер. Хороший борт сегодня. 8 часов 57 минут. А, 9 утра. Доброе утро. Какая погодка хорошая. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну почему я никогда никого не подвожу? Меня все время подводят. Почему я прилетаю? И вот опять какая-то фигня. Кто знает, но именно во Владивостоке родилась моя мамочка.
родная, любимая, единственная, самая лучшая. Ну что, с самолета сразу на репетицию. Сон для слабаков. Божечки, какая красота у меня в номере ждала. Иногда нужно делать паузы, танцевать, пить просекко. Ну, видимо, когда-нибудь у меня будет эта пауза. Лето снаружи, лето внутри, это точно. Ой, как красиво. Принимай меня такую. Да-да. Не надо обращать внимание, его надо уделять. Плиз. Как круто вообще. Ой, ой. Спасибо, любимый Владивосток. Не вкрути, не распалец. Успокойся, успокойся. Принимай меня ближе к сердцу. Так, ну что, у меня есть полчаса на сон. Я выезжаю на саундчек. Владивосток. Ох, что вас сегодня ждет. Мы готовились к этому выступлению месяц. Классно, я поспала, конечно, полчаса, ага. Сон для слабаков. Но я хоть в самолете немножко поспала. Команда вообще не могла уснуть. А я на опыте. Выезжаю на саундчек. Но все равно я мало. 3 часа. С 9 до 11 по Москве. И где-то с 12 до часа. Но сцена лечит. Восток, ну у вас и жара. А что будет, когда начнется ВК-фест, даже боюсь представить. Мы на чеке. Выстраиваем планы, чтобы вы меня хорошо видели. Владивосток, 2023. Только что закончился саундчек. Ничего говорить вам показывать не буду. Я сниму в сторис. Мне очень нравится такой подход. Когда даже заботятся о картинке для вас. Вот только что установили... Ой, какие мальчики симпатичные. Привет, Владивосток. Только что установили ветродуи. Убрали мой центральный ветродуй. Так что если я буду мокрая... Точнее, я буду мокрая, I'm sorry. На телу нет доступа, девочка гордая. Ты искал идеально, вот она я. Твоя роковая. Думайте, что Оля Бузова лишняя нагрузка и обуза вам. В ее текстах не так много мусора. Бузова тоже музыка. Бузова тоже музыка. Твоя роковая ошибка. Вот она я. Твоя роковая ошибка.
думайте, что Оля Бузова лишняя нагрузка, Эа Бузовам. В ее текстах не так много мусора. Бузова тоже музыка. Бузова тоже музыка. Как вы считаете, нормально не спать сутками? Спасибо вам большое, спасибо. У вас ночь, у нас утро. Я вылетаю в Москву на пару дней. Уже сегодня столько дел, еще финал нашего шоу, Господи. Надеюсь, сумеете, я посплю. Мой пульс обьется ритмы, разгоняем по скорости света атомы. Давай к солнцу поднимем руки мы. Поднимем руки мы. Мой пульс обьется ритмы. Ой, мы
грустим, просто не можем. Он довольный, я недовольный. Очень-очень страдает. Из-за чего? Дышишь, что целых полтора месяца. Мы тебя не увидим. Грусть. Ну вы как-то грусть не особо показываете. Мы скрываем ее глубоко. Прошу, не думайте, что Оля Бузова лишняя нагрузка, и Бузовам в ее текстах не так много мусора. Бузова тоже музыка. Бузова тоже музыка. Москва! Уже отработанная схема. Прилетать, переодеваться в аэропорту. Мои хорошие, ну я вообще, конечно, в шоке. За полтора дня успеть слетать во Владивосток, открыть ВК-фест, выступить и вернуться в Москву. То есть в пятницу я улетела, в воскресенье утром я уже в Москве. Это вообще просто. Я спала за два дня, наверное, часа три. Но самое главное, не забудьте, что сегодня финал шоу «Новые звезды в Африке». И вся страна в 7 часов вечера должна прильнуть к экранам, чтобы узнать, кто же станет нашим долгожданным победителем. Смотрим сегодня вместе. Больше чем 3 месяца вся страна наблюдала за тем, как наши звезды борются за право выйти в финал и стать победителем шоу «Новые звезды в Африке». И вот сегодня за победу сразятся Саша Эсте, Мария Погребняк, Наталья Бордо. Это будет просто невероятное испытание, такое крутое, такой масштаб, но победитель только один. И сегодня вы его узнаете. Все, финал, мы дошли втроем. Эсте выстоял. Стоять! Бордо выдержала. Такой кайф! А Погребняк выгребла все испытания. Я в финале, да! Новые звезды в Африке. Финал сегодня в 7 вечера. Вот такой у нас стол. Вот такая у нас яхта. Огромнейшая. Капитан наверху, да, уже? Все. Капитан Владимир. Пока не трясется ничего. Пока не трясется ничего. Леночка сейчас вот меня фотографирует. Вот, ты же сильняшки же парень. Конечно. Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, улыбнитесь. Только смело покоряются моря. Мамочка, я уже поздравила всех врачей, тоже поздравляю с профессиональным праздником, День медицинского сотрудника. С самолета приехала к своей Иришке. Продолжаем восстанавливать личико и готовиться к важным съемкам. Жду Ирину Сергеевну. Позавчера перед вылетом во Владивосток мы сделали второй курс плазмолифтинга. Вообще желательно делать 4, я вам это говорила, но мы успели 2, но это лучше, чем ничего. А сегодня мы сделаем процедурку, я вам уже рассказывала про нее, сейчас еще раз расскажу. Мы будем делать навокутан по точечкам. Что дает этот препарат? Это очень хороший биоверитализант, который увлажняет кожу. Сейчас лето, много перелетов, сохнет. Очень хорошо подтягивает, то есть дает. Такой легкий лифтинг-эффект, не оставляет никаких следов, то есть буквально через часик все спадает, и вы спокойно можете куда-то идти. Но я пойду смотреть шоу «Новые звезды в Африке», а вы тоже, кстати. Это какое-то волшебство.
Сливать Бузову орган без побочных теперь уж. Пока ты без дел. Хозяюшка, мое второе имя. Пока тут все закрыто, жду на ужин. Свечки зажжем попозже. И три человека. Как думаете, кто? К финалу шоу «Новые звезды в Африке» готова основательно. Хотела побыть одна! Сейчас, подожди. Да открыто! Я сказала только что всем подписчикам, что я хочу побыть одна дома. Ну, приехало общество ТА. Мы не будем расшифровывать, потому что... Привет! Это я! Вот она ты! Сметана и арбуз! Какая красота! Скажи, дома классно собираться. Отлично, не надо краситься, укладываться, я вообще не накрашиваю. Подбирать, вот. Кроссовочки. Просто классно выглядит. Какие цветочки. Да, привычные. Будем гадать сегодня. Да, любит, не любит. Ага, плюнь, поцелует. Юлечка приехала не только с цветами, с арбузом, но еще с подарочками. Смотрите, какие крутые очки. Ее подруга Роза, у нее свой собственный бренд очков. Они особенные. Уникальные линзы, которых вообще нет ни у кого. Каждые очки. Вот эти очки, например, дают баланс плавности и резкости. Открывая пространство своей жизни для любви! Да! Сидим с Юлечкой на балкончике на моем. Я его вам не показываю. Только чуть-чуть. И вот такая доставка шикарных. Ой, Роз, как вкусно пахнет. Спасибо. Кто там? Да это не твой дом! Это мой дом! Алло, все твое, это наше! Ничего себе, какая предъява! Привет, Господи! Привет, Светлана! Финалистка наша! Смотрим ТНТ. Звезды в Африке новый. Проходи. Ну что, тайный совет в сборе? Все включаем ТНТ, смотрим финал. Машка наша, палочка. Ой, я спалила, что у тебя палочка называется. Наша Машенька в финале, Юльчик, Леди Бу, Африка. Let's go, все включаем ТНТ. Болейте за меня. Да, мою девочку. Ну что, финальная серия. Этого ждала страна. Сел на мой телефон, нет? 3 месяца. Юлька, ты садись уже, дурында моя. Ну что, смотрим, смотрим. Я так переживаю, но я скучаю по Африке. Африка классная. Африка навсегда. В моем сердце и в твоем тоже. А я тебе говорила, помнишь? Я никогда в жизни ее не забуду. Смотрим. А Сашка тебе, да, помогает? У Наташи пошли ноги ходуном очень быстро. Я даже удивился. Хотя девчонка спортивная. Я был уверен, что у Наташи будет проще. У нее более развита пластика. И вот все эти движения. А Маша просто встала и стоит спокойненько. И вся страна замерла в ожидании, чтобы узнать имя победителей. Нам и самим интересно. Нам очень интересно, но мы знаем. А что если собрать от всех наших участников по их сверхспособности? Упорство Марии Погребняк, честность Саши Эсте, силу Дениса Лебедева, взаимовыручку Тимофея Зайцева, смекалку Наташи Бардо, позитив Игоря Знобихина. Это же просто получился бы суперчеловек в итоге. Ой, ты только что полностью описала меня. Меня? Да.
кричишь? Конечно, кричал. Я же армянин. Красиво. Я же не могу ударить женщину. А как ты понял, что это была женщина? Я же говорю, я армянин. Красно, на меня слетаются все бабочки саванны. Миш, просто я тебя обожаю. А вот какие насекомые слетят на наше следующее, мягко говоря, неприятное испытание, мы сейчас узнаем. Образы просто фантастические. Я про себя. Время закончилось. Гаш, спасибо огромное за такую красоту. Последнее испытание. Просто обожаю людей, чьи слова не водятся. Ну что, смотрим, смотрим. Я так переживаю, но я скучаю по Африке. Африка классная. Африка навсегда. В моем сердце и в твоем тоже. А я тебе говорила, помнишь? Я никогда в жизни ее не забуду. Смотрим. А Сашка тебе, да, помогает? У Наташи пошли ноги ходуном очень быстро. Я даже удивился. Хотя девчонка спортивная. Я был уверен, что... что Наташе будет проще, у нее более развита пластика, и вот все эти движения. А Маша просто встала и стоит спокойненько. И вся страна замерла в ожидании, чтобы узнать имя победителя. Нам и самим интересно. Нам очень интересно, но мы знаем. А что, если собрать от всех наших участников по их сверхспособности? Так. Упорство Марии Погребняк, честность Саши Эсте, силу Дениса Лебедева, взаимовыручку Тимофея Зайцева, смекалку Наташи Бардо, позитив Игоря Знобихина. Это же просто получился бы суперчеловек в итоге. Ой, ты только что полностью описала меня. Меня? Да. Конечно, кричал. Я же армянин. Красиво. Я же не могу ударить женщину. А как ты понял, что это была женщина? Я же говорю, я армянин. Красно, на меня слетаются все бабочки саванны. Миш, просто я тебя обожаю. А вот какие насекомые слетят на наше следующее, мягко говоря, неприятное испытание, мы сейчас узнаем. Образы просто фантастические. Я про себя. Время закончилось. Гаш, спасибо огромное за такую красоту. Последнее испытание. Просто обожаю людей, чьи слова не водятся. К счастью, таких у меня очень много. Варвар обещал мне сделать мягкий подоконник. Вот я приезжаю с гастролей, у меня под цвет гостевой бежевый такой мягкий подоконник, а под цвет гостиной синий. Спасибо, моя девочка. Скучаю. А здесь вот такой красивый синий цвет. Моя Евочка. Моя бусинка, которую очень скучаю. Вид вам не буду показывать, чтобы не палить, где я живу. Сашка, привет тебе от Машки из твоей коалиции. Посмотрите, какой стол. Огурчики, грибочки, баклажанчики. Эту икру я привезла из Владивостока. Кабачки с курочкой, молодая картошечка, перчик, салатик. Красота. Мне нравится Саня, что всегда говорит правду. Была одна ошибка, что она постоянно приседала. И от этого забивались ноги. Всегда Сашка говорит правду. Сейчас это испытание за сладости Наташа лучше проходила, чем Машка. Да вообще, Машка походила, ничего не проходила. Даже не догадывается, что ее ждет. Ну, по-моему, еще ни разу такого не было, чтобы они знали, что ее ждет. Точно. А это значит, что мы хорошо выполняем свою работу, Миша. Мой Миша. Выходите к нам. Боже, наша хозяюшка. У меня есть незаменимый помощник. Сама все приготовила. Вообще. Может, поедим? Здесь три раза, из этих трех раз один раз общались. Это правда. Но здесь действительно мы оба ребята поняли, познакомились, что для того, чтобы нам выжить, на шоу, нам нужно держаться вместе. И мы держались вместе по совести и чести.
Без Маши по ты бы дошел до финала. Честь. Я думаю, что я дошел бы до финала без Маши. Но это была бы другая игра. Этот вопрос. А пока спокойной ночи. Добрых снов, ребята. Спасибо. Ну что, скоро мы узнаем, кто же победит. После церемонии у меня было ощущение, что я... Чё, Мань? Африка останется навсегда. А я тебе говорила, сердце. Помнишь, я тебе говорила? Да. Плакал, да? Моя другая маленькая. Ты жизнь, плакал, да? Я, да. Я не хотела реально покидать это место. Никто не хочет. Африка всегда в наших сердцах. Маша, Наташа, наша вы столько финалист. Всего прошли, чтобы сегодня оказаться здесь. Финал. И вот этот долгожданный момент настал. Да. Поделитесь с нами своими эмоциями. Нам так интересно знать, что вы сейчас чувствуете. Волнение, конечно, присутствует. Волновались, нам да? Всем тут для того, чтобы... Достали мне цветы. We did it again. Congratulations. Ликусик. Спасибо, дорогая. Да, мы сделали это еще раз. Сняли фантастический первый сезон новых звезд в Африке. И того четвертый сезон. И мы смотрим финал. И это просто мега финал. Мега испытание, мега команда. Спасибо, Ликусь. Моя смотрит. Идете вровень. Идете вровень. Маша и Саша по одной ступеньке. Никто не знал. Я просто в шоке. Я вытащила. Не, мы знали. Саша. Сашка, молодец. До конца сражался. Я понял, что я. Наташка я тоже. Вообще финал. Лучший финал. Саня с победой. Сашка, от души поздравляю. Аплодисменты тебе от нас. Вот весь путь на этом проекте. Все, что я здесь Саня, делал. Ты лучше. Маш, мои. Столько эмоций. Какие я слова посвятил победу Ассоль. За веру в меня. Сейчас вся страна смотрит. На этом шоу. Сань, на тебя. Ты достоин просто. Я хотел ее веру тоже. Плачу. Мужчины тоже плачут. Как приятно, когда ты знаешь, что у тебя такой друг. Просто столько лет уже вместе. Нормально все. Она любит себя, не переживай. И вообще не стесняйся этих слез. Не надо стесняться. Жизнь слишком короткая, чтобы потому стесняться. Потому что это вот эти эмоции, которые... Болели за Саню? Просто короля. Скажите. Триумфатора, чемпиона, победителя и обладателя приза в 5 миллионов... Воу, я про деньги забыла вообще! Где простечи твои? Африка сегодня тоже твоя. Спасибо тебе! Мы знали о существовании друг друга. Я знал, что Маша близкая подруга Оля. Маша знала, что я... Близкий друг Оля. Вот и все. Хэштег «Друзья Бузовой». Это было все. То есть поэтому все эти разговоры, что ну понятно, они там знакомы 15 лет уже. Нет? Послушайте, как на самом деле все честно говоря. Теперь, после того, как все... Я с Машкой даже не общалась, на нее смотрела. Ну слушай, всегда нужно ее... Ну неужели ты ее не пошантажировала? У меня есть твои страшные фотки в рейсе пожрать. Мы даже не переписывались. Mm-hmm. То есть у всех участников были абсолютно равные условия. И когда ты видишь свою подругу и хочешь ее обнять, там пожаловать, чтобы она тебя сопереживала, она вела себя просто как ведущая проект. Саш, ну ты пишешь песню для Ольги Бузовой. Ну неужели у тебя не было поблажки? Поменяю песню на еду. Нет, ты приходишь, там записочка, это тебе за мало половины. Нет, никаких поблажек. Ну таких, даже нельзя было... Ну там, как, даже обнять. Когда они уходили с испытания, с голосованием, единственное, что говорили, это вы лучшие, вы самые лучшие, вы самые замечательные, самые прекрасные. Вы лучшие, да. Во-первых, чтобы потом не было каких-то пересудов, которые, блин, и так были. Вот.
Ну неужели ты ее не пошантажировала? У меня есть твои страшные фотки, принеси пожрать. Мы даже не переписывались. Mm-hmm. То есть у всех участников были абсолютно равные условия. И когда ты видишь свою подругу, хочешь ее обнять, там пожаловать, чтобы она тебя сопереживала, она вела. Всем привет, я Оля, мне 37 лет. И как бы. Мы не будем говорить результат. Нет. Секретики, да. Боже, какую красоту мне прислали. Гостей проводила, могу подарочки распаковывать. Здесь начинается лето. Любим, обожаем, лето присылаем. Самая красивая коллекция для вас, Оленька. Дефиле, спасибо огромное. Я уже кое-что распаковала. Посмотрите, какие у дефиле потрясающие купальники. Одежда. Не только купальники, но и белье, и одежда летняя. Распаковываю все, скоро вы все на меня увидите. Мои хорошие, часто вот выставляю вам этот шоурум. Давно дружим. У девчонок вот очень классные вещички и очень крутые костюмчики. И зачастую я у них прям заказываю. Так что имейте в виду. Спасибо за красоту. Сейчас буду смотреть. Настало время снова собираться в поездку. Так, нужно взять с собой платье. Ну, для шикарных образов. Книги, чтобы было что почитать. А самое главное, что-то поесть. Как меня спасла моя любимая ряба в прошлой поездке. Однозначно беру с собой. С ней мне и моей команде везде, ну просто сказочно вкусно. Так, возьму-ка я упаковку еще и побольше. Нас будет много. Я вам говорила, да, что мое второе имя чемодан. Take one, take two, take three, take four, take five. Как бы... Алло! Ну что, кофеечек, мой любимый лифт. Не скоро вы его увидите, не скоро я его увижу. Девочки, меня заплели в дорожку. О мой... Если честно, даже слезы наворачиваются. Потому что кайфуем. Сегодня мы с тобой как follow. Все, давай, любимая. You deep sea, baby. У тебя много задач, много дел. Пока-пока. Традиции – это важно, и я никогда их не нарушаю. Как вы думаете, кто меня провожает сегодня? Юля, Джулия, что вы делаете? Доктор, у меня новая профессия. Я начала фотографом попы. Жопы. Идеальные попы. И теперь я доктор. Маме привет. Пишу рецепты. Да, не показывай. Не показывай. Давай быть и не казаться, чтобы я не отекла. Коктейль собран. Спасибо. Будешь в идеальной форме, как я. Спасибо, моя девочка. Люблю тебя. А где еще? А еще подарков много. Покажи. Потом. Потом. Не надо, чтобы все знали, что у нас там.
Я тебя меньше люблю, Юль. Знают. Я вот сейчас вопрос задала в History. Как вы думаете, кто меня провожает по традиции? Конечно же я, в смысле? Кто еще? Открой страницу в Инстаграм. Хорошо. А, нет, только only... Я свои. Только VIP. А, ты VIP. Thanks God, I'm VIP. Никогда, никогда. Тоже традиции положить, я люблю. Жди меня. Хорошо, дорогой, пусти, дорогая. Я буду тебе писать. Ты должна сейчас сказать, не надо! Я отключаю телефон. Моя игра, она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни, цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Давай быть и не казаться, обнимать и не касаться. Сейчас в аэропорт, я говорю водителю, сейчас дождь пойдет. Он говорит, да нет, Ольга, жарко. И вот идет дождь. Кто-то уезжает. Дождь на счастье. Добрый путь. Все, мы подъезжаем в аэропорт. Скоро сяду в самолет. Сегодня улицу курю, I guess it's twice just. Твой номер, game over, я больше не хочу. Сегодня улицу курю, I guess it's twice just. Твой номер. Не знаю, загрузится эта сторис или нет, потому что у меня очень большие проблемы со связью. В общем, я взлетаю, летаю надолго. Я успела написать пост. Точнее, я его написала, но просто не принимает, но успела его поставить. Всем хорошего вторника. С вами на связи. Ну, может быть, не каждый день, но регулярно. Сейчас все. Мне кажется, я первый раз летала катарскими авиалиниями. Просто такой восторг. Обалденное обслуживание, удобные кресла. Лаунж просто шикарный. Тут все подходят, спрашивают, можно ли что-то. Кофе. Второй этаж. Чего пойду в душ. Ну, это просто восторг. Вы посмотрите. Я поднялась на второй этаж. Начинают салфеточек.
заканчивая едой. Смотрите, вот просто, да, ну как бы, такие вот. Вообще, ну я прям в восторге от авиалинии, не буду людей снимать, теперь только катарский. Но это просто любовь, девочки. Если вы перейдете на страницу, то вы не сможете уйти, не заказав себе что-то. А еще, по моему промокоду, вы можете получить скидку. Посмотрите, какие украшения. Вы посмотрите, какая красота. Это браслетики. Это на шею. Боже. Спасибо огромное. Ем, не успели отправить до отлета. Еще. Посмотрите, просто даже какие застежечки, да, вот браслетики. Смотрите, какие застежки. Смотрите, застежки. Это просто нереальное украшение. Ну, конечно, первым делом по прилету. Куда он без ухода? Такой красоту, но такие маленькие сумочки удобные. Вообще прикольные. Вам покажу, это все упаковали. Аэропорт просто топ. Я первый раз тут. Здесь вообще все. И что я сидела в бизнес-лаунже, ела на ночь. Я ела супчик, потому что страна, куда я лечу, там супов нет. И на обратном пути надо тут походить. Лететь долго. Все желают уже здесь доброе утро, хотя разницы у нас нет. Я буду спать. Есть больше не будет. Вообще, кстати, знаете, говорят, что самолетов лучше не надо, потому что мне так с перелетов отекают. Шарк. Мне подогнала футболочку на полете. Я уже ее измазала. И катарские авиалинии – это просто топ. Девочка гордая, ты искал идеально, вот она я. Твоя роковая ошибка, вот она я. Твоя роковая... Сильных не любят, они неудобны. Ими нельзя управлять. Они слышат себя и знают, чего достойны, и не готовы от этого отказываться. Внутри у них якоря, которыми они прочно держатся за желание жить без... Good morning. Good morning. Good morning. Ой, хорош, ну это просто топ. Понимаете, что приносит такую свечку? Смотрите, вообще приборы. Более того, даже пижаму принесли. Представляете? Ольга Бузова in the house. Я не виновата, что ты...
но я не виновата. Я не виновата, что любят... Добро пожаловать! Ты в пуховике, а я... Это какая меня музыка встречает. Боже! Божечки, какая красота! Наконец-то еду в отель, живу в каком-то фантастическом месте, такой private для своих, очень такое обособленное местечко, еще здесь никогда не останавливалась, и, если честно, мне не терпится в душ сходить и на массаж, потому что я еще не отошла от перелета во Владивосток, туда-обратно за полтора дня, и сейчас такой длинный перелет. Несмотря на то, что ночью, конечно, поспала в самолете часиков 5, все равно спина просто отваливается. Читая ваши комментарии, куда же я полетела, многие угадали направление, многие уже догадались, в каком я городе. Но как бы, алло, Ольга Игоревна забыла, что сейчас тут холодно, и подобрала такие луки на лето. Но не рассчитала, что сейчас тут 12 градусов. Поэтому сразу с самолета я заехала в магазинчик. Все равно хочу надеть то, что я приготовила, потому что, вы знаете, я очень такая щепетильная к образам, всегда очень четко все подбираю. И заехала, купила теплых вещей под те наряды, которые я уже взяла с собой. Чтобы вы понимали, единственные теплые вещи, которые у меня есть, это вот этот велюровый костюмчик, которую я просто обожаю, фиолетового цвета. Вот она я. Это единственная теплая вещь, которая у меня с собой. Ну, как бы, ладно, у меня был один день на сборы, поэтому простительно. И потом, вы знаете, всегда можно на месте что-то прикупить. Я особо не расстроилась. И еще я уверена, что скоро наладится погода, потому что там, где я, там всегда солнце, поэтому я убеждена, если не сегодня, но завтра, послезавтра точно будет солнце. Смотрите, как мы заезжаем в отель. О, божечки ты мой! Господи, у меня сейчас просто захватит дух. So what you say, this is my house, yes? Yes, welcome to your newly bought house for the next few days. Вы посмотрите, просто какая красота. You need to show them that view over there. Yeah. Это мой дом на 3 дня. Вы представляете, где я буду жить 3 дня? Потому что я вам все попозже поснимаю, вот мой дом. У меня просто нет слов. У меня просто нет слов. Божечки. Божечки. Сразу вам покажу, что это за местечко. Поставлю аккаунт отеля, но его отелем сложно назвать, потому что это дом, тут всего 6 комнат. Прямо на скале с видом на океан. Мамочки. Thank you so much for my accommodation. Dear Olga, welcome to 21 Netleton. We trust that you stay with us. We'll be most comfortable. Please let us know. Johan and team. Боже мой. Боже мой. Какие красивые цветы. Я просто в шоке, ребята. Это моя комната. И это мой вид. И вот смотрите, что происходит. Вы понимаете? Распогаживается. Ну, как бы, да. Смотрите, это вот Катюша мне встретила. Тут такой пакетик, такая же открыточка. Дорогая Оля, вновь добро пожаловать уже в такую родную домашнюю Южную Африку.
прекрасного отдыха и незабываемых впечатлений в любимом Кейптауне. Да, девочки, спасибо. Все в мелочах. Какая красота. Так, еще что-то. Ну, это намек, да, на то, что я мало сплю. Мои заботушки. Какую-то масочку для сна мне подарили еще. Ой, какая клевая. Слушайте, вообще, девчонки, спасибо. Я просто села сейчас, заказала капучино и ничего не хочу больше. Постоянно бегу, run, Оля, run. Меня уже называют ураган, ракета. Да, я такая, но иногда просто хочется остановиться. Здесь я проведу несколько дней. Сегодня такой день остановки. Ну, конечно, программа вечерняя, безусловно, уже есть. Сейчас вообще никуда не хочется, если честно. Уходим. Как я и хотела, первым делом массаж. Здесь так все устроено, что в этом отеле ты находишься как дома. То есть тут есть и сауна, и баня, и бассейн. Но сейчас в Африке зима, сегодня 12 градусов. Вот массажистка пришла ко мне в номер. Поэтому у меня часовой лимфодренажный массаж, чтобы убрать отеки и прийти в себя после перелета. Боже, как я мечтала о массаже. Мне даже не верится. У меня забита вся спина, эти перелеты, у меня ноги. Мне сказала массажистка, it's not fat, it's just water. Ну, то есть из-за этих перелетов бесконечных у меня, к сожалению, такое тело отекшее. Но как хорошо. Сейчас вышла на верандочку свою. Пойду в душ, буду собираться на ужин. Мне все нравится, даже вот какие тапочки. К сожалению, из-за плохой погоды нет заката, но у Кейптауна нет плохой погоды. Я уверена, что завтра будет солнце. Я его наколдовала. Колдую, заколдую. Ох. Просто после массажа сижу с пледиком, поставила себе кондиционер на 30 градусов, потому что нереально холодно, не могу встать. Просто периодически открываю окно, слушаю шум Атлантического океана, птиц и понимаю, как же круто, что я вырвалась на пару дней. I put a spell on you. Because you're mine. You better. Ну что, 20 минут, и я готова. Душ, расплела косички, немножко сделала другой пробор. Красная помада. Реснички, без тона, пудра, и все. Хотите полный образ увидеть? Какая тут атмосфера просто. Понимаете, что этот дом просто
И кроме меня еще 5 комнат, никого нет. Гружу видео в свои сошулечки и выезжаю на ужин. Знаете, это тот самый момент, когда вот тебя ждут уже, но ты не хочешь уезжать. Вы посмотрите, какая атмосфера. И камин. Фантастика. Местечко. Я в Кейптауне уже в пятый раз. Это мой драйвер. Олиган. А, сюда. Скучно! Скучно! Уже все заказала. Ретусик. Спасибо, женская солидарность покинула чат. Какое-то фантастическое место по рекомендации Ксении. Рит, нам надо туда. Здесь классно. Я не буду показывать, конечно, людей, но атмосфера просто потрясающая. Читая среда, вообще нет свободных столиков, полная посадка. Носили здесь все устроено. В общем, у нас пересадили от камина в какой-то такой уединенный уголочек. Вы представляете, среда, да? Ну, в Москве на час больше, тут 8 часов вечера плюс-минус. Полная посадка, вообще люди. А когда люди работают? Просто я не просто... А, здесь не работают. А, это все без дела. Без дела. Так, ну что, это японский ресторан. У нас с ретусиком правильное питание. Мы худеем, 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 худеем. Кальмарчики, креветочки, овощи. Красотно. Каминчик не брезели. Ну что, рассказываю. Еда просто нереально вкусная. Все очень красиво. И мне, знаете, что нравится? Что очень элегантная публика. То есть все сидят за своими столиками, никто кому не подходит, никто никого не беспокоит. У каждого столика свой собственный вайб. Это офигенно круто, потому что ну, не всегда ощущаешь такую свободу в ресторане. В общем, счет за наш ужин, чтобы вы понимали, какие цены, 1867. Ретусик, это сколько? На 4 умножаем. На 4. 2 на 4, 8 тысяч. А, нормально, учитывая, что мы бутылку вина заказали и вкусно покушали. И так мило, смотри, сердечки. В общем, такой вопрос. У нас 10:30, и нам интересно. Завтра у меня глобальные планы. Вообще. Во-первых, выспаться. Во-вторых, позаниматься спортом. В-третьих, поехать туда, где я не была. Вам все показать. Так вот, вопрос. Ехать в отель или заехать в бар? На часик. I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. Just stop now.
на мне. Сладкий рассвет. Рассказывает. Это первый крематорий в Кейптауне. Но мы здесь что делаем? Что? 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 Мы пьем джин. Потому что теперь это джин-бар. Просто вам показываю вид из своего дома в Кейптауне. Как я и говорила, сегодня солнце. Комментатор второй, какая форма! Оля, просто молодец, от души! Вот смотрите, вот что значит дружба не разлей вода. Нет, просто я, Дим, бегаю на длинную дистанцию. На длинную дистанцию? Я на короткую дистанцию не работаю. Давай заминка тогда, заминка, чтобы все посмотрели. Мы с Бузовой, друзья. Заминка под аплодисменты всей Москвы. Прямая трансляция на Матч ТВ. Блистательная Ольга. Какая спасибо ты молодец. Спасибо большое. Something that you need, then baby, come and share my world. Share my world. If it's something that you want, then come and take a walk with me. A walk with me, baby. Something that you need, I got it right here. I'm begging you.
уходим, уходим, уходим. Уходим, уходим, уходим. Уходим, уходим, уходим. Наступит времена почище. Мы отсюда одна, встать пылая. Владивосток 2000. Уходим, уходим, уходим. Наступит времена почище. Мы отсюда одна, встать пылая. Владивосток 2000. Et ça me fait du bien. Oh gang gang. Je vous jure que ça me fait du bien. Find N2 Flip с большим внешним экраном. Так, стоп. А это что такое? Оль, ты выйдешь за меня? Мамочки, ты серьезно? Выходи! Выходи! Выходи за него. Выходи. Оля, выходи. Мы готовы снимать дальше. О, а это идея для новой песни. Oppo Find N2 Flip. Один флип, много открытий. Всем привет! С вами Ольга Бузова. А значит, вы на высоте 140 метров. Ловите момент, делайте красивые фоточки и кайфуйте с этого сногсшибательного вида на Москву. Надеюсь, она не обидится, что вы на нее смотрите свысока. Если ты способен видеть прекрасное, то только потому, что носишь прекрасное внутри себя. I am love in a rainbow. No. Bounce when she walk, clap when she walk, clap when she walk.